Сейчас мы находимся на улице воинов-интернационалистов. И наш путь лежит в сторону улицы Карбышева к дому номер 55. Об этом нас просил подписчик. Вот сейчас мы проходим мимо граждан кооператива номер 16 по улице воинов-интернационалистов. Сегодня 28 декабря, среда. Вот слева мы видим дом кирпичный, с красного кирпича. Это новый дом на улице воинов-интернационалистов. Ну а теперь поднимемся, так сказать, над городом и посмотрим на этот район с высоты, так сказать, птичьего полета. Вот видите, это улица воинов-интернационалистов, по которым мы сейчас идем. Красным обведен овалом дом 55, к которому мы идем. Но это внизу гаражи. Кооперативы 18, 16 и 27. Итак, мы сейчас находимся по улице воинов-интернационалистов. Итак, мы увидели этот район с высоты и продолжаем идти по улице воинов-интернационалистов. Вот это вот гаражный кооператив номер 27 или авиатор. Вот за этой заправкой или АЗС и находится дом, к которому мы идем. Это дом номер 55, относящийся к улице Карбышева. Кстати, о ценах на ГСМ. Самая популярная марка бензина 92. Стоимость 1 литра где-то от 180 до 184 тенге. 95 от 220 и чуть выше. Дистопливо летнее 260 тенге за литр и дистопливо зимнее 650 тенге за литр. Это улица воинов-интернационалистов. Пробираемся по проделанным таким тропам, тропинкам. Это была цена за газ 70 тенге за литр. Сохраняется уже в течение длительного времени.
Но это дом номер 55 по улице Карбышева. Подписчика, который попросил посетить этот дом, зовут Егор. Ну вот, Егор, я выполнил вашу просьбу. Считайте это видео новогодним подарком для вас. Как говорят, под Новый год все желания сбываются, но вот сбылось и ваше желание. Ну вот мы посетили ваш дом, двор этого дома, и теперь направляемся обратно. Ну что ж, мне остается пожелать вам, Егор, и всем тем, кто подписан на канал, тем, кто смотрит видео на канале. Во-первых, сказать спасибо за внимание моему каналу. А тем, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Пожелать вам, конечно, крепкого здоровья, всех благ семейных, личных,
Ну и, конечно, мирного неба над головой. Пишите комментарии. Если видео понравилось, ставьте лайки. И до встречи на канале.